Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы, либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы. Поэтому мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как состоялась, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем восстановить, хотя бы частично, восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен.